Борис Юрьевич, вы представляете канал «Рабкор» в гостях у канала «Верняков 100». Очень приятно. Давайте дружить каналами. Мы обязательно не просто будем, мы уже дружим каналами, по факту это уже происходит. Хотелось бы поговорить про потерю управляемости, про то, что многие люди сейчас чувствуют, что сигналы сверху не доходят до исполнителей. Я думаю, что несколько все сложнее, а в чем-то и проще, как всегда бывает. Ну, я вспоминаю, как я разговаривал с одним чиновником в Тверской области, это надо оговориться, это была еще предыдущая администрация, это не нынешний состав. Ну, в общем, короче говоря, он жаловался, что у них проблемы в двух городах области, которые вот действительно стали уже головной болью администрации, вот как бы решить эти проблемы. И по ходу разговора я вдруг понял одну ужасную вещь, что проблемой является не сама проблема. То есть, что там плохо дела обстоят в этих городах, это не самое главное. Главное, что информация о плохом состоянии дел в этих городах доходит до администрации президента в Москву, и в результате у них возникают уже действительно настоящие проблемы у самих чиновников на Тверской области. И я говорю, так что вот вам нужно? Вам нужно решить объективную проблему, да, то есть объективно, что там плохо, чтобы там в данном городе стало лучше, чтобы население почувствовало, что стало что-то лучше. В чем действительно, кстати, вопросы были решаемые. Другое дело, что не всегда решаемые, но так или иначе что-то сделать было можно по каждому вопросу, который там возникали. Он говорит, ну, это, конечно, было бы здорово, но в общем, так он поморщился и говорит, ну, в общем, у нас это не сильно волнует. Потому что если просто канал информации удастся перекрыть, а все останется абсолютно по-старому, то это и означает для нас решение проблемы. Вот я думаю, что этот принцип работает уже давно и надежно на всех уровнях. То есть для начала, мне кажется, первое, что мы видим, это даже не столько потеря управляемости в том смысле, что либо не выполняются указания, либо они не так выполняются, либо не так интерпретируются, что действительно тоже является одним из симптомов потери управляемости. Но мне кажется, проблема еще хуже, еще глубже. То есть у людей, которые отдают приказы, что называется, принимают решения, вообще нет адекватного представления о том, кем и чем они руководят. То есть у них абсолютно ложное представление. Причем не значит, что им кажется, что все хорошо. И может даже казаться, что все не очень хорошо. Дело же не в том, насколько плохо или хорошо обстоит все в их сознании. Дело в том, что это все равно неадекватно. То есть они получают не ту информацию, которая соответствует действительности. Она тотально искажена. У них нет системы контроля и системы обратной связи эффективной. Контроль, опять же, осуществляется в режиме либо наездов, проверок, либо в режиме аппаратных сбучек. То есть вроде бы какие-то действия происходят, предпринимаются какие-то шаги для того, чтобы, ну, как им кажется, восстановить управляемость. Но эти спорадические и бессистемные акции на самом деле ухудшают ситуацию, не улучшают, потому что чиновник, опять же, сидит в ожидании постоянного именно наезда. Причем откуда и почему этот наезд придет, он не знает. При этом отнюдь не исчезает у него необходимость искажать информацию или скрывать проблему. Потому что, опять-таки, если они не доходят до крайней ситуации, то, скорее всего, это, наоборот, способ избежать очередного наезда. Потому что наедут на других, кто вот уже не смог скрыть проблем. Да? Поэтому до последнего момента, до крайнего момента, когда ситуация уже локально вышла из-под контроля, никто негативную информацию наверх не передает. И более того, не передают наверх не только негативную информацию, но и проблемную, опять-таки, возвращаясь к этому слову, да, которое я сейчас очень много употребляю, да, слово «проблема». Да, ведь есть негатив, а есть просто некая ситуация, требующая действий или решений. Она может быть не очень тяжелая, но просто она требует воздействия. И это все равно не то, о чем будут говорить, потому что, опять же, действия могут быть неправильные. Более того, если будешь слишком активным, значит, тебя могут не одобрить. А если, наоборот, совсем ничего не будешь делать, тоже могут не одобрить. Но если наверху не знают о существовании вопроса, то тебя в любом случае не будут ругать ни за то, ни за другое. Поэтому лучше даже не то, чтобы ничего не делать, а для того, чтобы ничего не делать, лучше еще, чтобы никто ничего не знал. Поэтому идет тотальное искажение информации. Причем это болезнь, которая была уже в советское время. Но, насколько я могу судить, она не просто приобрела хроническую форму, но приобрела и масштабы абсолютно беспрецедентные. Потому что власть сейчас пошла по такому пути, которого, скажем, не было даже в советское время. Потому что в советское время всегда существовало несколько каналов движения информации.
Они не были полностью независимы друг от друга, но они были автономны. То есть информация шла по линии, собственно, официальной советской власти, которая властью не была, но как раз информационный канал в ней работал. То есть понятно, что советы и исполкомы, это все было достаточно формально, но это были именно действительно исполнительные органы, которые не принимали решения, однако они отвечали за исполнение, поэтому по этой линии шла какая-то отчетность. Было КГБ, которое собирало информацию, и, собственно, партийные органы. Причем, поскольку каналов было несколько, то, в общем, они так или иначе, ну, более или менее адекватно представляли себе хотя бы текущее положение дел. Может быть, они с аналитикой отставали очень сильно, потому что тоже далеко идущие проблемы и опасности, именно тем более вырастающие из их собственной деятельности, никто предпочитал не отслеживать. Да. Но сейчас я хочу закончить. Да. Вот. Но так или иначе, в советское время это все шло. А сейчас мы дошли до того уровня, когда, судя по всему, уже фальсифицируется даже важнейшая статистическая отчетность. Вот смена руководства Росстата является очень важным звоночком, симптомом. То есть сменили руководство Росстата, и, заметьте, после этого резко улучшились показатели. О чем это говорит? О том, что никто не хочет получать адекватное представление о реальной ситуации. И мне кажется, главная проблема не в том, что указания не выполняются, а в том, что сверху даются указания, не имеющие отношения к реальной действительности. То есть это какая-то параллельная реальность, в которой они живут, и в рамках этой параллельной реальности действуют. А потом рано или поздно случается какое-то событие X, которое выявляет разрыв между виртуальной и объективной реальностью. И вот тут-то мы и получаем те или иные локальные кризисы. Да, у меня вот маленький вопрос. Не пришли ли мы во времена позднего Хрущева, когда было издано много постановлений, но чиновники выполняли только те постановления, которые, в общем, им были выгодны? В результате мы дошли до ручки. Во времена позднего Хрущева как раз беда была в том, что чиновники по инерции выполняли многие идиотские указания. Это потом, как раз, когда уже стало понятно, что Хрущев теряет власть, и что все дело плохо, тогда чиновники начали проявлять некое вольнодумство бюрократическое. Но заметьте, это привело довольно быстро к смещению Хрущева и к тому, что, в общем-то, ведь на первых порах в ранней брежневскую эпоху управляемость была восстановлена. Другое дело, что она была восстановлена за счет чисто консервативных решений. То есть за счет того, что просто приостановили все реформы, как дурацкие, так и нужные. То есть вообще все. Более-менее все упорядочили, привели к какому-то равновесию. И так жили вот 18 лет, пока не выяснилось, что отстали от жизни, опять-таки, как минимум на десятилетие. А сейчас другое. Сейчас действительно бюрократия проявляет, причем не только наверху, но и внизу, бурную активность. Потому что эта активность, во-первых, выгодна, потому что сейчас мы живем в эпоху, когда бюрократия утратила веберовскую рациональность. Она коррумпирована, причем она системно коррумпирована. То есть дело даже не в том, что отдельный чиновник берет взятки. А дело в том, что решения принимаются под интересантов. Кстати, это гораздо страшнее, чем взяточничество. Вот то, с чем воюет Навальный, что он воюет с взятками, откатами. Да? А это лишь частный случай, частное проявление гораздо более системной проблемы. Состоящее в том, что решения принимаются не исходя из интересов дела или исходя из каких-то там представлений об общем благе, которые, кстати, должны быть, а их просто нет сейчас, а исходя из интересов конкретных акторов, которые могут даже не давать конкретно взяток именно этому чиновнику. Ну, просто знаешь, вот эти акторы, на них надо работать, да, они привилегированы, они, там, скажем, свои, или они входят в лобби, они имеют больше влияния на вышестоящие инстанции. С ними надо дружить. Они опасны, они могут сделать гадость, от них могут быть неприятности и так далее. То есть наряду с чисто вот такими уже криминальными вещами, когда просто дают взятки, да, есть множество способов воздействовать на бюрократию и добиться своих целей, не прибегая, условно говоря, к уголовно наказуемым деяниям. Причем, более того, зачастую масштабы разорения в результате оказываются большими, чем в тех случаях, когда идут откаты и прочее. Кстати говоря, та же самая ситуация с знаменитыми золотовскими кочанами капусты. Да? Ну, я не исключаю, что там откаты, взятки и так далее. Но я с таким же успехом могу предположить, что там действительно просто заказы изначально ориентированы на своих людей. Дают они взятки или не дают, это абсолютно десятый вопрос. Это, так сказать, ну, заодно еще и взятки, скорее всего, дают. Но это как бы не главное, да? Вот. Поэтому происходит развал системы управления, ее растаскивание.
на кусочки, поскольку этих интересантов все больше и больше, поскольку у каждой группы есть собственная повестка, совершенно никак не стыкующаяся не только с общей государственной повесткой, отсутствующей на самом деле, но и с повесткой других интересантов, удовлетворять надо всех, то просто начинается растаскивание не только что процесса принятия решений, но уже государства на части. И это, в общем, ведет к хаотизации всей системы. Поэтому я думаю, что неуправляемость будет нарастать, и надо просто, опять же, понимать, что ведь игроки действуют по-разному на разных уровнях. Ну, например, вот, допустим, политтехнологи заинтересованы в том, чтобы как можно больше было избирательных кампаний с как можно большими рисками, например, да? А чиновники на высшем уровне заинтересованы в том, чтобы рисков было как можно меньше, все было максимально предсказуемо. Но решение этого вопроса они принимают такое, что они дают очень много денег своим политтехнологам, которые заинтересованы в наращивании рисков. То есть получить обратный результат, понимаете? А, причем, опять-таки, оценки по результату деятельности государственному не существует, опять же, потому что нет государственного интереса, о нем уже не думают. Поэтому, когда вот мы сейчас ходим и говорим, ой, какое безобразие, какой позор, люди очередной раз работу провалили, а им поручили новую, еще более масштабную, ну, космодром Восточный, да? История с Рогозиным вообще феноменальная. Да? Этот человек руководил оборонкой, пришли к выводу, в конце концов, что не очень. А вы видели вчерашние новые газеты, что он документы подделал? Ну, вполне возможно. Но я сейчас говорю о другом. Человек вот провалил работу по реконструкции оборонки. Ну, или провел, во всяком случае, неудовлетворительно. После чего его ставят именно руководить тем сегментом его собственной прежней работы, в котором наметился наибольший провал по его же собственной вине. То есть, понимаете, ведь в оборонке тоже не все провалено, да, что-то лучше, что-то хуже. Наибольший провал – это именно космодром Восточный и Роскосмос, да, там вот хуже всего. Так именно туда бросают человека, который это уже провалил. И мы думаем, какой позор вообще, как можно, ну почему, вместо того, чтобы наказать, там, уволить, вообще, не знаю, в другие времена посадили бы, да. Кстати говоря, не только в России, могли бы и в некоторых западных, цивилизованных, в кавычках, странах посадить. Вот. Но вместо этого его бросают на этот же участок. А причина очень проста. Ведь оценка качества работы делается не по тем результатам, которые значимы, скажем, для профессионалов. Или, исходя из какого-то государственного интереса, ну, не демагогии, а реального государственного интереса, ну, чтобы государство развивалось, укреплялось именно вот в целом, да, а не по своим частям, сегментам. И мы говорим, да, какой ужас, а чиновник в среде говорят, ну, как, вот этим он угодил, эти довольны, те довольны, и эти, в общем, вроде более-менее удовлетворены результатом. А то, что ракеты не летают, ну, или там все падает, и рабочим не платят зарплаты, ну, это такие издержки, мелочи, но вот конкретные интересанты все более-менее довольны, против него никто здесь не играет. Значит, этот человек хороший руководитель, он хороший руководитель, реально, потому что он понимает, кому угодить, а с кем не надо ссориться. Раз ни с кем из реально опасных людей не поссорился, значит, он управленческие свои задачи решает правильно. А то, что у него при этом разваливается сфера деятельности непосредственно, это уже десятый вопрос. Борис Ильич, ну, мне кажется, еще тут одна проблемочка, что какой бы ни был неэффективный руководитель, Владимир Путин своих не сдает. Поэтому это такая проблема запущенного рака. Формула «своих не сдаем», кстати, которую нам предлагают, что русские своих не сдают, но при этом вот мы видим прекрасно, что сдают своих то в Нигерии, то на Украине, то еще где-то, она, конечно, на самом деле имеет очень узкое понимание, да, что свои, которых не сдают, это очень ограниченный круг лиц. Но надо учесть одну вещь, что этот круг постоянно меняется, и самое основное, что постоянно расширяется. То есть помимо того, что у нас сужается сфера ресурсного обеспечения, то есть просто нефть и доллар становится меньше, санкции тоже где-то, в общем, на финансовых рынках не самым лучшим образом воздействуют на нас. Но одновременно число претендующих на то, чтобы попасть в круг своих, он, массив, так сказать, своих, да, он растет. И это логично, кстати говоря, потому что если вы своих не сдаете, ну, во-первых, появляется желание войти в круг своих. Во-вторых, у всех своих есть еще свои. У всех хорошие отношения, все очень хорошие люди. Все очень хорошо друг к другу относятся. Понимаете, вот если бы люди вот плохо друг к другу относились, они бы старались отсекать, там, выталкивать и так далее. А на самом деле люди очень хорошие.
они позитивно друг к другу относятся. Ну, ты тоже хочешь кормушки? Да что, я злодей, что ли? Нет, ну я, конечно, может быть, другой клан буду пытаться отодвигать, но ты-то в моем клане. Ну, ты подходи к кормушке, я поделюсь с маленьким кусочком, ну, или у кого-нибудь еще попробуй забрать. То есть, поэтому число своих постоянно разрастается, и вот тот случай, когда государство уже столько прокормить своих не может, да, их стало слишком много. Ну, а вы видите уже контуры, когда эта система рухнет, контуры новой системы? Ну, во-первых, понятно, что любая реформа, проходящая через потерю управления, она сопровождается хаотизацией. То есть, как в известной формуле, для того, чтобы стало лучше, сначала должно стать хуже. Причем плюс состоит в том, что хаотический распад каких-то элементов системы, при том, что будет сопровождаться наверняка целым рядом бытовых негативных моментов, он до известной степени позитивен, потому что расчищает площадку. То есть, кстати говоря, когда система не совсем разрушена, ее реформировать и оптимизировать труднее. Ну, то есть вы лезете в рабочий механизм, где нужно заменять, там, скажем, условно говоря, какие-то гайки. Да? То есть, может быть, эти гайки сносились, их надо заменять, но в целом механизм работает. И вот лезть в работающий механизм, это просто опасно, да, может, что называется, пальцы оторвать. Вот когда механизм превращается просто в гору рассыпавшихся гаек и винтиков, где все проржавело, и можно просто выбрать те несколько гаек, несколько винтиков, которые еще не совсем негодны, все остальное выкинуть и построить заново, то это в чем-то легче. Почему, собственно, революция является, как Маркс говорил, локомотивами истории? Да в том числе именно поэтому, что вот можем быстро, сразу с нуля отстроить что-то новое, но это новое тоже не факт, что будет хорошо работать. Но оно будет потом постепенно наращивать эффективность. Поэтому я думаю, что мы должны пройти через этап административного распада, но вот тут очень интересно, где останутся вот эти пригодные к управлению, к использованию гайки. Я думаю, что часть региональных администраций окажется жизнеспособными. Не все, но целый ряд регионов на самом деле управляются сносно в рамках того безобразия, которое есть, все равно, в общем, у них даже могут быть достижения. Отдельные структуры даже внутри центрального аппарата не полностью еще разоружены. Да? Вот. И более того, когда все начнет сыпаться, мы как раз очень хорошо увидим те элементы, которые работают, потому что сейчас их не очень видно. Но в условиях распада, ну, как вот, допустим, очень хорошо было видно в начале Отечественной войны, Великой Отечественной войны, тех командиров и тех подразделений, которые были боеспособны, да? А потому что до этого было не очень понятно. Они все писали отчеты, все выходили на маневры, на стрельбы, и все показывали примерно... понимаете? Вот. А все показывали более-менее сносные результаты. А вот когда начался хаос и паническое отступление, вдруг выяснилось, что есть действительно целый ряд командиров, генералов, и там, полковников, даже комбатов, которые вот дело знают, да? И они выявились. Они выявились, и те из них, кто дожили потом до там, 43-го примерно года, те войну потом и выиграли. А я думаю, что будет очень похожая ситуация. То есть мы сразу увидим те управленческие звенья, которые жизнеспособны, и вот они в том числе станут акторами. Они могут становиться политическими силами, потому что на них будет сразу падать ответственность, но одновременно у них будут открываться возможности выйти за пределы своего непосредственного контроля, ну, зоны своего контроля на более высокий уровень. То есть из этих людей, из этих низовых администраторов, вполне возможно, вырастут и политики с завтрашнего дня. То есть надо думать, что политики, кто это там сидит в Думе, нет. Или те, кто сейчас там, не знаю, ходит на митинги, некоторые, да, но не обязательно. Или те, кто сейчас дает интервью, да, тоже не факт. А вот какой-нибудь там среднего звена чиновник, который в момент общего распада не растеряется и наведет порядок у себя в зоне управления, вот он вполне может стать потом лидером весьма значительным. И я просто напоминаю историю той же самой Аргентины. Да? Вот знаменитый рождественский кризис, по-моему, 2001 года. Да, по-моему, 2001 года, когда в Аргентине просто фактически коллапсировала административная власть. Президенты убегали с крыши Каса Росада в Буэнос-Айресе на вертолетах. Причем, насколько я понимаю, не столько от бешеной толпы, сколько вообще просто от ответственности, потому что они уже ничем все равно не управляли. А потом вот из самой южной, то есть самой холодной провинции в Патагонии, где вообще пингвины в основном, приезжает Нестор Киршнер, и вот выясняется, что у него с пингвинами полный порядок, и в Буэнос-Айресе тоже наводит порядок, и становится президентом довольно успешным. А поэтому я думаю, что здесь тоже будут похожие моменты происходить. Спасибо большое за интересное интервью.
Спасибо вам. Будем продолжать сотрудничество.